Сотрудники 3-го отдела УКОН и отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области при содействии коллег из ГУНК МВД России по подозрению в незаконном обороте наркотиков на трассе М7 остановили автомобиль под управлением 50-летнего жителя Заволжья. В багажном отделении полицейские обнаружили пакет, в котором находилось 4 брикета, обмотанные полимерной пленкой, в которых были 80 свертков с веществом растительного происхождения. Эксперты-криминалисты установили, что это гашиш, всего около 8 килограммов. По данному факту, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестован. Обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков можно сообщить по каналу связи 02 или 102 с мобильного телефона, оставить интернет-обращение либо обратиться в ближайший отдел полиции.